Ребята, сегодня хочу вас познакомить с хворым Андреем. У этого мастера вы найдете много интересных работ, начиная от скульптур, заканчивая водопадами и фонтанами. Вы, наверное, спросите, а как же люди становятся такими мастерами по арт-бетону? Я расскажу случай Андрея. Как-то раз он потерял работу и долгое время не мог никуда устроиться. И ему в голову пришла гениальная идея превратить свое хобби в свою работу. Да, он до этого занимался арт-бетоном, лепил скульптурки маленькие, но не на продажу, а для себя. Опыта у него, конечно, было маловато, и поэтому он начал заниматься мелкими вещами, делать вазоны и мелкие скульптуры. В общем, человек свое хобби превратил в полноценную работу. Мастер делает свои шедевры в городе Воткинск, Удмуртская республика. Только не путайте с водкой, ребята, я тоже изначально подумал так. Также ссылку на канал автора я оставлю в описании, так что переходите и ставьте человеку лайк. Я думаю, он их заслужил. Совсем забыл одно сказать. У Андрея подробные мастер-классы, как он делал такие водопады, бассейны, фонтаны. Так что, ребята, на его канал обязательно надо заглянуть. Thank you.